Привет, друзья. Я никак не могу понять, уже записывается или нет. Вот записывается, вот там идет 0007. Да, друзья, теперь я хочу вам сказать такую простую вещь, что такое счастье. Потому что очень много людей, ну, например, я астматик, и, допустим, человек не понимает, что я астматик, и что мне все время воздуха не хватает. И все время удивляется, почему я в этот момент, когда мы с ним разговариваем, окно открываю. Ну, тут без скандала, конечно, не обойтись, я шучу, я юморист. Или, например, что я плохо слышу. Ну, к примеру. А он слышит хорошо. И ему невдомек, что когда я ему каждый раз объясняю, что я плохо слышу, а он раздражается, пытается потом уже мне сказать, уже с раздражением. Я тебе 20 раз повторяю. Ну, к примеру, ну люди же между собой так общаются, когда кто-то кого-то не слышит, кто-то слышит. А вот и любовь, и счастье, что это такое? Ну вот мужчины, например, соревнуются тем, что они умные, что они сильные, что они богатые, но женщины соревнуются тем, что они красивые, что они заботливые, они говорят о любви. И говорят о значении любви, и при этом считают, что если они любят мужчину, он должен быть автоматически счастливым. Так что ж такое счастье? А допустим, они просыпаются не в одно и то же время. Допустим, он из-за детских каких-то родовых травм просыпается гораздо позже, потому что ему нужно время для восстановления. А она, к примеру, как птичка, встает рано. И она ему все время говорит с раздражением, ну вставай же, ну сколько можно спать. Ну, конечно, вот биоритмы разные у нас, ощущения разные у нас. Но человеческая любовь, она самая вечная, потому что физическая любовь может на какие-то моменты, там гормоны, там разочарования, там мало ли там чего бывает, а бывает и вечная. Но самое вечное, надежное – это человеческое. Человеческие качества – это самое главное. Это способность к сопереживанию, способность радоваться за успехи другого. Вот это же важно. А вот мужчины часто очень соревнуются постоянно. Я. Вот как я сейчас, к примеру. Я хочу, чтобы меня слушали, я хочу, чтобы меня смотрели. Потому что тогда, когда я известен, в этом моя безопасность. Но это у каждого так. Я еще к тому же шутник, я сказал, и поэтому я хочу вам напомнить, что все не бывает в одном сосуде. У нас бывают и раздражения, и обиды. Особенно у тех, кто родился с родовыми травмами, он живет через силу. Живет через силу, и это трудно понять человеку, который не имеет родовых травм, не имеет этого ничего, и вдруг он берет судить об этом, и начинает там что-то писать, и начинает там что-то критиковать. Я никогда никого не убираю, пусть все видят, как говорил Петр Первый, всяк выступающий, чтобы выступал, он как говорил, чтобы дурь всякого была видна. Это очень важно, друзья, потому что я все время стараюсь выдавать полезное. Я вот, например, картину рисую вместе с вами. Вот подключайтесь в коллективный такой разум. Подсказывайте, что добавить, что убавить, что оставить. Может быть, назовем ее как-то по-другому. Видите, звезды над нами, космос внутри нас, взгляд такой вот у девушки, которая играет на гитаре, хочет подарить нам радость. Человек отличается человеческими качествами, способностью сопереживать, сострадать, радоваться, повторяю, чужим успехам. И тогда мы вместе, друзья. Потому что вот эта конкуренция, она разобщает людей. Каждому кажется, я. И вот мне сейчас обязательно
одна дама, которая постоянно меня преследует своими комментами негативными, напишет: «Да-да-да, я-я-я, вы все время о себе, я-я-я». Напишите о себе, я же вас не устраняю. Только пишите конструктивно, пожалуйста. Друзья, сейчас то, о чем мы говорим с вами в нашей школе «Человек будущего» Homo Futurus, по цепной реакции, по закону цепной реакции так распространяется, уже много-много мне пишут с благодарностью, и о том пишут, что наши песни, которые мы создаем и в книгах своих пишем, наши приемы становятся народными. Я очень этому рад и счастлив. Вместе мы сила, конечно. Да. Ну, хорошо бы вы, когда делаете такие вещи, не присваивали их себе, а писали, взяли из школы «Человек будущего» Homo Futurus. Хороший прием, и тогда я вас буду сопровождать, и буду вам сопереживать, и буду вас рекламировать, и буду говорить, какой вы молодец, смотрите, вот вы написали такой-то пост, сделали такой-то ролик. Да, потому что я помогаю тем, которые указывают на наш метод. Потому что то, что мы даем, в мире нету. Вот я сегодня получил ролик, в котором книжка, в котором Садхгуру говорит примерно то же самое, о чем говорю я, о судьбе, о карме, о том, как влиять на судьбу. Я написал новую книжку, сейчас мы с Нелли Зариповой, с нашим литагентом, переписываемся на эту тему. Почти такое же название. Я вообще думаю, что все люди думают одинаково, только им мешают штампы, комплексы, им мешают вот этот вот механизм подражания авторитетам и так далее. Вот это все уходит в нулевом состоянии. И у нас будет обещанный ликбез бесплатный. Объявление будет. Через несколько дней поставим объявление. Выходите, задавайте вопросы. Всегда там даю ответы развернутые. Да, бывают у нас и вебинары платные. Там тоже даю ответы развернутые. Ну, вы следите за объявлениями, они всегда есть. Итак, друзья, что такое счастье? Счастье – это любить человека, счастье – это быть творческим, потому что человек разумный, и человек – творец по своей природе. У него такой геном. В этом геноме вся эволюция предшествующих поколений, мощнейший потенциал. И чтобы реализовать свои возможности, раскрыть свои способности, чтобы переделывать, трансформировать вот какую-то вот любую неприятность в новое достижение, в картину, в стихи, в поэму, в новые отношения, расширять свой круг общения, находить себе новое дело, новый заработок и тому подобное. Чем более мы по-человечески относимся друг к другу, тем более наши дела успешнее. До встречи, друзья. Тренироваться надо в нулевом состоянии, потому что нулевое состояние – это состояние соприкосновения с вечностью. Сразу там мудреем, сразу снимаются комплексы, страх, стереотипов и подражание авторитетам, и начинаем думать своей головой и мыслить. Да, становимся все мудрецами, и мужчины, и женщины. До встречи.